Привет всем, я Владимир Валович, сегодня рассказываю про свою работу, как у нас там весело. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, да будет вам счастье. В общем, у нас, знаете, когда мы что-то продаем, надо гостю сказать приятного аппетита, приятного просмотра, хорошего вечера, всем доброго. И вот так вот в позитивном ключе, как гласит древняя китайская пословица «Сунь муянь, жунь хуянь», что в переводе современного японского означает: продавец без улыбки не должен открывать торговую лавочку. Но не все сотрудники курили это правило. Есть у нас одна совершенно замечательная девушка. Она говорит это таким видом, как будто она на поминках. Всего вам доброго. Как будто царство вам небесное. Приятного просмотра. Приятного аппетита. Я желаю, чтобы у вас было больше положительных моментов. Всего вам доброго. Побольше улыбайтесь. Пока.